О, Тайсон. Восточноевропейская овчарка. А это, по-моему, фрегат. Старый знакомый. Или это не он? Фрегат? Фрегат, да? Да. Давно не виделись, да. Что там залег? Давно не видел? Здравствуй, какой ты большой. Тайсон, ты же 100 лет его видел. Видимо, забыл. Не виделись, да. Что-то он, по-моему, другого цвета у вас был. Нет, светлее чуть-чуть. Такой... Мне казалось, он серый должен был быть. Такое освещение. Тайсон крадется. Увидел собаку. Здрасте. Испугался. Щенок, да? Афганская? Да. Здрасте. Спрашивают, он говорит, у вас мальчик. Я говорю, мальчик? Не знаю, говорю, кобель-то он кобель. А вот мальчик, он или нет, на кумову сенбернаршу уже завязал. Может, уже и не мальчик немножко. Уже серьезно, да, уже? Мужчинка. Ах ты, какой мягкий. Это еще пух, еще шерсть. Пушок, да, еще щенячий? Ага. А сколько ему? 8. Месяцев? Да. Говорят, такой большой, до 2 лет он еще в 2 раза больше будет. Да нет, они еще месяца 4 порастет и все. Зимой уже будет нормально. Может, сантиметр еще 5 набрал. Не тебя зовут, Азик, иди сюда. Такой интересный пес. А что у него хвост лысый, обрезали? Нет, такой должен быть? Да. Ты весь пушистый. И на спине тоже вот эта полоса? И спина будет такая прям гладкая, от нее вот эта вуаль пойдет. Ну, шерсть будет раза в 3 длиннее, чем сейчас. Это же подшерсток. Он даже еще не вычесывается. Такой веселый. Да, он не вычесывается. Он вычешешь, чешешь. Шерсти, наверное, дома полно, да? Еще нет. Где-то, говорят, в году он обрастет. Линять начнет, да? Да. Ну как? Иди сюда. Симпатичный пацанчик. А что, отпустили бы, побегали бы? Да ну его нахрен, он бестолковый. Убежит? Конечно. Вообще не останавливается. У меня когда-то раз здесь как... Ну это же борзая, да, такая, она гончая считается. С той стороны моста, как дубля, и поймали аж возле 7-го района. Ничего себе. И то там его друг это играл этот. А, из-за этого остановился, так бы дальше, да? Да, он с ним поиграть остановился. И как-то и это, ломить ему за это, вообще никогда больше не остановишь. Ну да. Вот. Какой ты, слушай, какой ты мягкий, а? Всякую шкладу, этих голубей мертвых постоянно, пока не дожрет, бегает. Кисточка потом дрыщет, как Змей Горыныч после всего этого. Кошмар, замучился с ним. Блин, жена. Его вычесывать замучаешься реально. Жена выйдет это, из своего Эй, этого. Эй, собака, ну да, я тебя пощупаю, Слушай, комаров-то. Ветра нет, не сдувает никто их. Собака! Какая ты прикольная. Лапы у тебя здоровые. Да, Тайсон? Ты смотри, какой маленький по сравнению с ней. Привет, привет, друг. Привет. Привет, дружок. Нашатый. Какая у тебя начара острая. Боксер. А у нее вокруг глаз лысина. Выбритая или так? Вот это шерсть. Это начала расти шерсть. И морда такая вся. Ничего была. Не выбривали, вот все вот так, да? Нельзя выбривать. Вот знаете, какой чувствительный? Вот на него сядет там клещ или кто, плоха, вот такой мух, он сразу какой его мягкий, ловит. Офигеть. А если его постричь, он сразу на тело. А ну-ка дай лапы. Лапы какие у тебя. Они тоненькие лапки-то. Нет, они просто лохматые. Ну да, лохматые такие. О, красавчик, красавчик. А мы как-то видели в 4-м тоже 2 афганских. Один большой, другой маленький.
Ну это они где-то в пятом они, по-моему, живут где-то. Не, по-моему, в четвертом. В четвертом вот только мы. Да? А вы тоже в четвертом? Еще, да, у нас пару русских живет борзых. Вот. Ну они такие любители полай, там с мужчиной ходят. Они бестолковые. А, ну наверное про тех, да, тоже говорите? Они с пятого разве? С пятого района? Афганец, где-то говорят, в пятом. Нет, двое. А эти-то, которые с борзыми, они у нас живут. Ну вот, да. 430 или 430. Да. Да не бойтесь, пускай. Я сама-то боюсь. Он маленький еще. Он еще даже гавкать не умеет. Он же еще щенок. Да. Выглядит как вполне себе заправский пес. Деточка. Вы смелые, ребята. Какую деточку? Красота требует жертв. Да. А это что за порода такая? Афганский фазан. Сколько раз в день отвечаете на этот вопрос? Я тоже спросил. Часто. Мы тоже редкость боксером. Ну, все-таки... Мы лет 30 назад очень много. Я помню, у нас полклуба боксеров держали, она там модная была порода. Афганцев тогда много кто держал. Коли было очень много, а сейчас и не встретишь. Вот дед водит там уже полудохлого здесь кобеля. Да, видел. Ему уже, он там сзади всегда плетется за ним. Смерть посрать только выпускает, блин. Ну они такие тоже быстрые, эти Коли, но он у него такой старенький. Коли очень хорошо понимает человека. У меня у отца был Коли, была сука, а у меня потом был ее внук. Коли понимают с полуслова. Вот этот дед, это у него пятый уже Коли в жизни. И он ничего это... Ничего себе, любитель Коли, да? Да. Я не знаю, будет видно на камеру столько здесь этих комаров. Он это... Говорит, ну как обалдеть. Бы, Коля очень такая собака-то сообразительная. Он вот этого своего кобеля, он не дрессировал вообще, он с ним просто общался. И он все понимает у него. Иди гуляй, Тайсон, гуляй, побегай. Мне очень Коля нравится. Тоже хлопотно с этой шерстью. Ну да. Да я вообще, вот, в принципе, вот предпочитаю короткошерстных, что из-за того, что шерсть Коля. И у меня. Вот они прожили там долгую жизнь. Мать связала 2 свитера и 5 пар носков. Просто вычесывая. Нереально, да? Просто, наверное, в квартире ковер шерстяной. Если, блин, не вычесываешь, эти колтуны постоянно, это такая, ну, такой гимн. А мы еще на море жили. Он как искупается, оно все это сбивается в кучу, эти все подшерстки. Это мучение настоящее. Вот, Тась, пристроился. Сейчас тебя дрюкнут. Сейчас он тебя за нос укусит. Нет, еще. Не цапнешь? Не умеет еще. Он не понимает. Ну и правильно, не надо учиться. А я... Будь добрым. Я не буду учить на это все. Не, ну тут учить не надо. Тут либо от собака к этому расположена или нет. Ну, нет, я не буду предрасполагать. Ну, да, правильно. Потом просто, ну, сейчас такое время интересное, когда если собаку учишь на прямой фас, то она потом, ну, не контролирует злобу. Да все. Потом замучаешься с ней. Ну, она кого-нибудь покусает, кого-нибудь искалечит ребенка. Блин, ну с такой дома валяться вообще кайфово, да? Бороться. Пушистая. Дочка играется с ним. Вот, Тайсон, разошелся. Понравилось, да? Плюшева такого подмял под себе. А он, наверное, весит больше, чем ты, тазик уже. Да не, он легкий. 20 килограмм всего. Да ладно. Да, это все дерево, он просто лохматый. Стой. Тайсон 37. Есть такой. Понравилось. Тайсон. Так, ну-ка. Ну да, ты бегун, тебе побегать бы. Ладно. Ну, я не отпускаю. У меня умные собаки были, я просто знаю, насколько она тупая. Я даже не рискую. Тихо. Мне подарил его и... Жена захотела, да, такого? Да, если она его загубит, пусть собственноручно это сделает. Я не хочу. Это даже в книжках пишешь. Борзая, она
нее инстинкты вот эти. Ну да, у нее есть, чтобы побегать. Да, да, да. Она сейчас... Как почтовый голубь вот так вот. Так у него чутье какое, он же охотник, в принципе. Вот ночью... Зато ты какой высокий, классно. Иногда ночью выйдем, он чувствует, вот там вот люди идут, вот там, на том переходе наверх, он их чувствует. А как, запах есть от шерсти? Нет, только вот из-за того, что все время он когда пьет, у него уши длиннее. Мокрые, да? Мокрые уши все время. Вот они заваниваются немного сильно. А так. А сушить замучаешься постоянно. А если подвязывать? Некоторые подвязывают. Ну, да, на сетки такие специальные одевают им на башку. Он не потерпит. Смешной. Так, у него стойка прикольная, смешная. Куда смотрит, непонятно. То ли в пол, то ли туда. На собаку. Это наркотики. Давай, Тась, поиграй. Комаров нереально много. Комаров что-то вообще какое-то засилие по жаре стало. Сейчас. Дикие стали совсем. Изголодались, за холода там. А там фрегат идет, Тась. Тоже с вашего района, по-моему. Ладно, мы пойдем. А то сейчас они могут подраться. Пошли, Тась. Всего доброго. Ай, молодец. Здрасте. Здрасте. Они же старые друзья. Эй, дружок. Привет. Иди сюда, мой хороший. Какой ты хороший. Это у которого на балконе сушится игрушка мягкая. А? Малышок. Тась, ты будешь с ним играться или нет? Ну уж куда там ему играть? Он его раз давит. Он сейчас устал уже. Мы с ним гуляем давным-давно. Часа три. О, молодец. И он уже устал сам, как это. А что на озеро бы пошли искупаться? Он не купается. Он не любит, он боится. Ага. Это вы, небось, не боитесь купаться? Вот Тайсон тоже искупался сейчас. Ай, ты мой хороший малышок. Иди сюда, иди сюда. Зайчик, зайчик. Ой, ты какой хороший у тебя был день. Тайсон, ты сейчас вернусь. Тайс не дает гладить. Да иди сюда, я тебя пожумкаю-то. Тайс, ты что, ревнуешь? Малышочек. Меня гладь, да? Меня бери на ручки. Конечно, да. Скажи, что это папа ты меня тут? Жопу подвигает, подвигает, жопой гладит, жопой твоей толстой. Да, Тайсон, своей жопой не даешь мне никого гладить. Сейчас с ног папашу собьешь, своей жопой толстой. Какой жопой толстый, собьешь папу. Ну, Тайсон, вот не дает мне подойти вообще к собаке. Сейчас я вот так вот обойду. Нет, а ты даже снимать не дает. Ну, не извини, извини. Не дает. Смотри, какой Тайсон, а. Жопой своей толстой. Иди сюда, малышок. Ты что ли, малышок? Иди сюда. Морозоньки. Тошенька. Тоша, ты что, меня забыл? Скажу, у вас много таких. Это раз. Блин, Тась. Прикрыл. Ты что, меня забыл, Тошка? Антошка, какой у тебя бубенчик прикольный. Я тут заказал ошейник ему. Ой, что такое? Что такое? Заводаю. Смотри, заказал ошейник, тоненький, несколько цветов. Сказали, ну пришлют на выбор. Потом идет. Откуда? С Алиэкспресс? Ну да. Увеличила, оказалось, это зубная щетка. Да, вот сейчас получила. Вот это?
Я думал, тоненький ошейник и музыка, а зайду. Ну, какой цвет придет, такой видно, придет. Пока же видно, что зубная щетка. Как вы это? А они мелкие, там, фотографии-то. А я когда думаю, ну, отслежу. Вот. Вообще не похоже. Я... На это для собаки, для кошки. А. Это зубы чистят. Видишь, даже лапки нарисованы. Да ладно. Да. И сколько стоит такая чистка? 100 рублей 30, что ли. С Алиэкспресс? Да. А когда уж заказал, оплатил, думаю, да хрен же, ну пусть будет зубная щетка, думаю, кошки будут зубы чистить. У этого же нет прочистки. Ну да, да, собаки сами чистят зубы. Да, ну кошки будут чистить. Что, а кошка дается чистить? Попробую, не знаю. Я так получила. Да, ради ржачки-то, думаю, ладно, пусть будет. А, ну иди ты. Ух, ух, ух ты, ух, ну Тайсон, ну дай мне его пощупать, Тайс. Ты вот такой хороший маленький малышок. Ай, хороший. Ну когда я тебя на ручки возьму, тебе можно на ручки-то брать? Только с моих рук так не даст. Не такие лупоглазые ты. Лупоглазые. Вот так на, возьми. Вот так дастся. Ну как вам, друзья? Подойдет мне вот такой дружок Тайсону? Конечно. Будет у меня вот такой пес и на ручках вот такой подмышечный. Бультерьерчик. Такой краски тяжело найти с маской с черной. Такие лапочки тоненькие у тебя, такие лапочки. Да, да, ногти какие королевские. Тоша, Тоша. Да, да. Какой ты прикольный. Глазки-то у тебя выпученные, выпученные. Свой век доживет, я заведу себе королевского пуделя потом. А сколько ему сейчас? Ну, уже много, лет 14 уже. Да ладно. Ничего себе, ты такой старенький, что ли? Да. Офигеть. И бегаешь нормально, да? Если на зубы не смотреть, то фиг скажешь. Ну, иди, беги, беги. Тайсон, давай возьмем себе такого мелкого, а? Только он за нами не успеет гулять. Мы с Тайсоном долго гуляем. А он тоже долго может гулять. Может, да? Мне кажется, они такие ручные, чуть-чуть погулять и домой сразу. Не, это как воспитать. Они всегда на ручки просятся. Поэтому вот у меня сумка, я сшила. А, вот, да. И у меня зимние есть, вот это летние. Если что, в рюкзак, да? Да, он сразу раз. О, какой ярый самец. Закапывает. 200 кило 800. Я его раз сумку посадил, да пошла. Тайсон 35 килограмм не положишь в сумочку. Да. Да, Тайсон? Даже в рюкзачок не положишь. Ладно, пойдем. Пока, пока, Тоша. Хорошая, хорошая, конечно. Не меньше, чем вот этого. Да, это правильно. А то вот многие заводят вот таких вот малюсеньких собак и считают, что они дрессировке не поддаются, что им позволительно облаивать всех вокруг, что они вообще не дрессируемые. Правильно она говорит? Любую собаку, крупную, мелкую, заведешь, обязательно нужно заниматься воспитанием. Золотые слова.